Старейший в Чувашии дуб растет на территории детского лагеря в Маргаушском районе в 9 километрах северо-восточнее поселка Большой Сундырь. Его возраст превышает 480 лет, диаметр ствола 182 сантиметра. Его высота до повреждения молнии достигала 26 метров, после повреждения составляет 20 метров. Памятником природы республиканского значения дерево было объявлено в 1981 году. В 2012 он вошел в реестр старовозрастных деревьев России. Уже в этом году он был включен в перечень объектов, претендовавших на включение в число 7 лучших культурных и природных достопримечательностей Чувашии.